Меня зовут Яна, мне 24 года. Я работаю фотомоделью и имею свое собственное производство косметики ручной работы. Сегодня просто чудесная погода, и у меня выходной. И поэтому я хочу приготовить одно из своих самых любимых блюд и поделиться с вами рецептом. Для этого мне нужно будет съездить на Зеленый базар, закупиться продуктами. Так что поехали! Базар по праву считается одной из главных достопримечательностей южной столицы Казахстана. В торговых рядах всегда шумно и многолюдно. Сюда в любой день недели спешат жители города, чтобы купить свежие продукты, а также промышленные товары от одежды и обуви до мебели и строительных материалов. Центральный рынок, имеющий более чем вековую историю, популярен и у туристов. Здесь можно приобрести оригинальные сувениры и отведать кушанье национальной кухни. Площадь павильона составляет порядка 20 тысяч квадратных метров, половину из которых занимает торговая площадь. Суета, царящая между торговыми рядами, во многом напоминает атмосферу сказочных восточных базаров. Итак, сегодня я хочу приготовить спагетти в сливочном соусе с креветками и шпинатом. И еще я хочу сделать один очень интересный салатик. Для этого нам понадобится микс салата, сыр, кажется, грецкие орехи, авокадо и клубника. Поехали! Здесь все всегда задорно торгуются. Продавцы наперебой расхваливают свои товары и норовят угостить покупателей. Покупатели, в свою очередь, выбирают, общаются. В общем, жизнь бьет ключом. Если вы любитель национальных сладостей и молочных продуктов, тогда добро пожаловать на молочный ряд к тете Айгуле на 251 место. Зеленый базар наших дней – популярное место среди туристов. Его часто включают в различные экскурсионные программы, как полноценную достопримечательность Алматы. Здесь без труда можно найти любые ингредиенты для рецептов самых изысканных блюд. Thank you.
мы приступаем к готовке и начнем мы со спагетти. Берем наши спагетти и погружаем в кипящую воду. В это время придавливаем чеснок ножом, разогреваем сковороду и обжариваем чеснок до золотистой корочки на оливковом масле. Достаем чеснок и обжариваем наши креветочки на среднем огне пару минут. Выливаем сливки, немного томим под крышкой и добавляем шпинат. К этому времени спагетти уже готовы. Выкладываем их к креветкам и перемешиваем. Осталось добавить сыр, а точнее много сыра. Теперь приготовим салат. Нарезаем авокадо и добавляем его к миксу салата. Следом идут четвертинки нашей свеженькой клубнички. Натираем ломтиками сыр. Я добавляю немного грецких орехов и зерен граната. И заправляем наш салат оливковым маслом и соком лайма. Ну что ж, все получилось очень вкусно. Я надеюсь, что вам тоже все понравилось, и вы захотите приготовить эти блюда дома. Ну а я продолжу наслаждаться своим вечером.